Уходя от погони, водитель 14-й пересекает сплошную, выходит на встречную полосу, не тормозит на красном, на скорости заходит в повороты, виляет между жилыми домами. Во дворе одного из них он делает микроостановку, но тут же срывается с места, едва не сбив с ног догнавшего его сотрудника. Погоня финишировала ударом в бампер служебного автомобиля. После тарана водитель, находившийся явно в неадекватном состоянии, закрылся в машине. А уже после того, как на его руках оказались наручники, отказался от медицинского освидетельствования. В ходе несения службы в вечернее время на улице Новоастраханское шоссе внимание сотрудников дорожно-патрульной службы привлек автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Законные требования об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. В результате погони напротив дома 10 по улице Заречной водитель и его транспортное средство были задержаны. За рулем находился мужчина 1983 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе сверки по базам данным установлено, что мужчина ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы за повторное управление автомобилем без прав, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований об остановке транспортного средства и неповиновение законным требованиям сотрудников. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.